Давайте подуем на нее. Не зажигается, да? Давайте помашем двумя ручками. Помашем плавненько. Не горят. Но кто же нам поможет? Снегурочка. Давайте Снегурочку позовем. Снегурочка! Еще раз давайте. Не слышно. Я
Ой,
ребята так хорошо покукарекали. Но на самом деле это не петушки, это наши ребятки. А что у тебя там в окошке? Это елочные огоньки, я случайно их взяла. Простите меня, пожалуйста. Ну если случайно, ребята, правда, надо простить лисичку. Надо простить? Да. Хорошо, лисичка. Ну раз ты пришла к нам на праздник, отдавай нам огонечки. И, пожалуйста, исполни для нас какой-нибудь номер. Самый замечательный. Спешил, ребята, к вам. Здороваемся, дедушка, дружно. Здравствуйте, папа! Это молодцы! Здравствуйте, дедушка. Здравствуй, внученька, здравствуйте, гости дорогие. Дедушка Мороз, ты знаешь, какая у нас красивая иголочка нарядная? Сколько у нас гостей сегодня на празднике? Какой праздник у нас замечательный. Правда? Так мы тебя ждали. Ну что ж, ребята, давайте встретим песни и пляской Новый год. Вставайте в дружный хоровод. Скорей за ручку. Держитесь, мои хорошие. Раз попался к нам в кружок, дедушка, с нами оставайся.
как ты не старайся. Правда? Да. А я сейчас проверю. Попробуй. Так, здорово, получилось хорошо. Но со второго точно? Видно, разбежаться нужно побыстрее мне. Так, видно, хитрость мне здесь поможет. Покажите мне, ребятки, как у нас птички летают в зимнем лесу. С крылышками машут. Чик-чирик, чик-чирик. Ну, хорошо. А сможете ли вы показать мне сейчас, как зайки прыгают, скачут по лесным тропинкам? Прыгают зайки, прыгают. А сможете ли вы показать Дедушке Морозу, как мишки спят зимой в берлоге? Спят, похрапывают и не подглядывают. За ручку! Ну, никак не выпускаете. Молодцы, молодцы, внимательные. Ну, дедушка, ну мы с тобой, конечно, поиграли. Ты такую бурю тут поднял. Давай-ка мы с тобой сделаем так. Ты сейчас подуй на ребяток. Они полетят на свои стульчики, как снежинки в лесу. Никого не толкай, тихонечко, тихонечко. Давай попробуем, давай попробуем. Пойдите, хорошие. Взлетели! И дедушка, я на тебя тоже подумаю. Ну, смотри, давай, и я тоже полечу. Мой Дед Мороз полетел, полетел, полетел и прилетел. Вот, дедушка, мы сейчас будем продолжать наш новогодний праздник. Ой. А что это за звон такой? Колокольчик. Колокольчик? Ух ты! Ну-ка, скорее к нам, давай-давай-давай. Расскажи-ка. Что ты? Маленькая бусинка скользила с ёлки вниз, а колокольчик маленький, весёлый, мощный.